Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовлю очень вкусное и сочное блюдо из курицы. Курицу терияки. В интернете существует очень много рецептов приготовления этого японского блюда. И сегодня я покажу вам один из вариантов. Обычно курицу терияки готовят на плите, но сегодняшний вариант гораздо проще. Мы будем готовить в духовке. Давайте приступим. Список необходимых ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. Для этого блюда мне понадобятся куриные бедра. Общий вес 1 кг 100 граммов. Куриные бедра необходимо хорошо обсушить бумажным полотенцем с обеих сторон, а затем слегка посолить и поперчить. Почему слегка посолить? Потому что мы будем использовать соевый соус, который придаст солености, поэтому солью будьте осторожны. Это делаем как с одной стороны, так и с другой стороны. Воду соединяем с кукурузным крахмалом и хорошо перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Крахмал используется для того, чтобы загустить соус в данном рецепте. Откладываю миску в сторону, она понадобится чуть позже. А пока в ковшик на мелкой терке натираю свежий имбирь. Если у вас нет свежего имбиря, можете взять порошковый. Также пропускаю чеснок через пресс и добавляю к имбирю. Кстати, соусом терияки вы можете приготовить не только курицу, но и рыбу, и говядину. В любом варианте будет очень вкусно. В этот же ковшик добавляю мед, коричневый сахар, соевый соус с пониженной соленостью и воду. Все перемешиваю до однородности и затем отправлю на плиту вариться. Кстати, соевый соус советую брать именно с пониженной соленостью. Если у вас такого нет, берите соевый соус пополам с водой, чтобы соус не был у вас слишком соленым. Ставлю на плиту и довожу до кипения. Как только соус у вас закипел, самое время добавить крахмал. Добавляю крахмальную жидкость, быстро перемешиваю, смесь довожу до кипения и буду варить соус 2 минуты, а затем сниму с плиты и немного остужу, желательно до комнатной температуры. Пока остывает соус, на сковороде растапливаю сливочное масло. Кладу туда куриные бедра и буду жарить куриные бедра по 3 минуты с каждой стороны. Мне больше всего нравится это блюдо именно с куриными бедрами, потому что куриная грудка, мясо более суше и не получается такой сочности, как с куриными бедрами. Духовку предварительно я нагрела до температуры 200 градусов Цельсия. Обжаренные куриные бедра кладу в глубокую чугунную сковороду или можно взять любую другую форму, но обязательно глубокую форму я слегка смазала растительным маслом. Сверху наливаю половину соуса и поставлю курицу в духовку готовиться на 20 минут. Через 20 минут добавлю оставшийся соус и продолжу готовить в духовке еще 20 минут. Итого курица должна готовиться 40 минут. Курица терияки готова, можно подавать к столу. Лучше всего такая курица идет с рисом. Ну и конечно же кусочек я разрежу и покажу вам, какая курочка внутри. С этим соусом курица получается не только очень вкусная, но еще очень сочная, что немаловажно. Готовьте курицу терияки, не пожалеете. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео, всем пока!